Вы смотрите программу «Область наших интересов», в студии Александр Колобов. Здравствуйте. Ежегодно летом в Ленинградской области теряются люди. Грибники, плохо знающие местность, дети, выезжающие на дачи, пожилые люди. Все они в группе риска. Что делать близким, если их родственник вовремя не вернулся домой? Об этом мы сегодня и поговорим. Наши гости в студии. Дмитрий Александрович Буторин, старший оперуполномоченный уголовного розыска 15-го отдела полиции, Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Добрый день. И Александр Львович Хайтин, руководитель поисково-спасательных работ, член коллегии Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Объединение добровольных спасателей «Экстремум». Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. И чтобы сразу расставить все на места, давайте смоделируем ситуацию. Не дай бог, но мой родственник вовремя не вернулся домой. Кому в первую очередь, куда мне нужно звонить? В ближайший отдел полиции, либо по 02. То есть в полицию. Есть такое мнение, может быть, оно ошибочное, но я хотел бы прояснить, что полиция не совершает никаких мер ответных, пока не пройдет трое суток с момента исчезновения человека. Так ли это? Нет, абсолютно неверно. Обращаться можете незамедлительно. А в чем заключается эта работа вот на этом начальном этапе со стороны полиции? Как только поступает сообщение или заявление от гражданина, организуются первоначальные розыскные мероприятия. Чаще всего это грибники, ягодники и дачники, которые уходят в лес. Организуются мероприятия, распространяются ориентировки. Соответственно, человек в любом случае проверяется, возможно, он уехал. Да, то есть полиция располагает определенными базами, чтобы у нас отсечь лишние версии, проверяется по базам. Возможно, человек уехал, если он не уезжает, соответственно, уже работа на местности осуществляется. Вот, помимо ориентировок, могут быть подключены кинологические службы, подключены, так скажем, сейчас это модно, волонтеры уже. Полиция понятна. МЧС, которые имеют своих спасателей, тоже понятно. На каком этапе и как включаются добровольные спасатели? Ну, стандартным образом мы включаемся тогда, когда к нам обращается либо МЧС, что происходит чаще, поскольку у нас с ними есть соглашение об обмене информацией, или полиция, что происходит несколько реже, но тоже бывает. Мы включаемся в соответствующие работы по поиску людей, но мы включаемся достаточно узко. То есть наша организация занимается именно квалифицированно, занимается поиском людей, то, что мы называем в природной среде таким суконным языком, а простым языком — это леса, поля, болота. У нас 40% площади — это болото, и очень часто люди, собственно, там и проводят. Я повторюсь, не дай бог, но если мой родственник пропал, я звоню в полицию, но я могу и напрямую вам позвонить. Да, вы можете. У нас действует круглосуточный телефон, 7 дней в неделю, 24 часа. Вы можете туда позвонить, и при этом мы первое, что вас спросим, обращались ли вы в полицию и в МЧС. Если по каким-то причинам не обращались, то мы направим вас туда или передадим эту информацию в соответствующую службу. То есть мы не ведем таких, знаете, как совсем отдельных поисков. Самостоятельно. Мы работаем самостоятельно, то есть мы сами планируем поиски, сами руководим, но мы всегда в контакте с МЧС и с полицией. Как вы готовитесь к спасательным операциям? У нас есть ядро организации, тот самый поисково-спасательный отряд. Это аттестованные, подготовленные спасатели, которые проходят стандартную программу обучения МЧС, получают квалификацию спасателя РФ. Ну и далее у нас в межсезонье, которое происходит у нас где-то с октября по, наверное, июнь, когда людей в лесу мало, потому что там нет грибов, ягод, мы ведем довольно обширные программы учебной подготовки. В том числе мы тренируем там кинологические расчеты, мы повышаем квалификацию в области первой помощи, обучаем руководителей поисково-спасательных работ и спасателей, мы готовимся к сезону. Вы добровольцы, не коммерческая организация? Мы точно не коммерческая организация, мы точно не берем денег, и это абсолютно жесткая позиция с момента основания организации, она не будет пересмотрена, я думаю, никогда. Спасибо, Александр. Продолжаем. Итак, я позвонил в полицию. Какие-то вещи, какую-то информацию, что я должен передать о своем родственнике? Значит, обратиться в полицию могут абсолютно любые граждане, не обязательно родственники, да, если, допустим, пропал сосед по даче, может и сосед обратиться. Чем больше информации будет в первоначальные мероприятия, при организации первоначальных мероприятий получено, тем лучше. Это схема связи, да, то есть с кем общался, родственные связи, потому что если в тот же случай, если обращается сосед, то нужно установить родственников, возможно, они и общаются по телефонам тем же. Значит, какие-то предметы, да, это, скорее всего, для кинологической службы, когда человека поисковое мероприятие организуется. Помимо связей, значит, место работы, если человек располагает такой информацией, обязательно сказать. Приоритетные направления передвижения, допустим, на работу, с работы, на дачу. Вообще наличие дачи, есть у человека или нет, да, возможно, он выехал в определенные. Наверное, нужно еще и фотографию этого человека. И фотографию, и фотография, приметы и, собственно, данные человека полные. Это в первую очередь, да. А все уже остальное в процессе.
Разнятся вот те вещи, предметы, информации, которые нужно предоставлять полицию и вам, спасатели, добровольцы? Немного. Дело в том, что дело не в том, что мы добровольцы, а в том, что мы решаем более узкую задачу. Вот, собственно, описали, что нужна ориентировка, оповещение, маршруты движения. Мы не занимаемся розыском человека, исходя из того, что, например, уехал на электричке куда-то. Поэтому у нас необходима, в первую очередь, информация нужна для поиска в лесу. Я первое, что хочу дополнить, что когда говорят об образце запаха для кинологического расчета, не надо его готовить, не надо ничего трогать руками. Это лучший способ испортить образец навсегда. То есть, как только человек ушел, вы убедились, не надо трогать его вещи, если вы предполагаете, что могут применить собаку вообще. И никому не давать трогать. То есть, вот комнату закрыли и успокоились. Значит, что касается другой информации. Нас в первую очередь интересует информация о здоровье. Потому что хронические заболевания, наличие отсутствия медикаментов, время их приема существенно влияет на оценку риска. Интересует информация об одежде, о предполагаемом поведении человека и его физическом состоянии, в смысле выносливости. А также, ну то есть как далеко он уйдет, может уйти. Плюс к тому важный момент – психологический портрет. Терялся ли человек раньше, если терялся, как себя вел, и насколько родственники или заявители могут предположить, как он будет себя вести. Будет ли он сидеть на месте в ожидании, кого найдут, либо он куда-то пойдет. Насколько он умеет ориентироваться. То есть нас интересует довольно большой массив информации, относящийся к возможному поведению в лесу. Вот в этом есть разница. То есть мы более глубоко копаем вот в такую узкую область именно. Что человек будет делать в лесу? А собаки у вас тоже в отряде есть? То есть вы тоже проводите кинологические поиски? Да, у нас развитая кинологическая служба. Два направления. Одна – это собаки, которые ходят по следу от образца запаха, а вторые, которые используются при обыске местности и находят любого человека в пассивном положении, то есть сидящего, лежащего на этой местности. Поэтому в зависимости от конкретной задачи, от района, мы применяем тех других собак, когда к этому есть предпосылки. Если ограничиваться все-таки лесами Ленинградской области и летним периодом, в каких районах Ленинградской области, ну, наиболее, наверное, опасные в этом отношении леса? Где чаще пропадают люди? Так получается, что у нас вообще Ленинградская область – это край зоны, которая называется тайга. То есть это так не очевидно. И плюс там около 40%, насколько я помню, площади покрыты болотами. Поэтому многие районы неожиданно опасны. Например, кажется, Ломоносовский район, совсем рядом СКАД, ну, вроде совсем рядом. Тем не менее, там есть массивы, где человек может потеряться и не найтись. Отдельные районы, особенно вот там ближе к Новгородской области, Волховский район, там просто совсем есть такие места. Ну, в частности, в Волховском районе есть болото размером 13 на 42 километра. Люди ходят туда клюкву собирать. Соответственно, так сказать, какие районы опаснее, ну, вся южная и восточная часть Ленобласти, пожалуй, наиболее такая суровая. Давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Давайте. Теперь я уже не родственник, а человек, который заблудился, ну, например, в лесу. Вот что мне делать в условиях, когда сгущаются сумерки, начинается вечер, а дальше ночь? Что? Я отвечу. Значит, прошу сначала вас. Хорошо бы взять чуть-чуть назад и перед тем, как вы ушли в лес, сказать, куда вы ушли и когда вы собираетесь вернуться. Это, пожалуй, один из критических факторов успеха. И договориться с человеком, что если вы не вернулись в установленное время, чтобы он в этот же момент, не дожидаясь больше никаких, так сказать, событий, обратился в полицию, в МЧС, куда-нибудь, кто будет организовывать поиски. Во-вторых, с собой нужно взять, если есть хронические заболевания, взять лекарство, я не шучу, на неделю. То есть должен быть запас лекарств, который позволит это хроническое заболевание удерживать в рамках в течение недели. Так долго поиски длятся редко, но это даст вам спокойствие и возможность, так сказать, по крайней мере, с медицинской точки зрения себя обезопасить. Желательно взять с собой небольшой запас еды, там какую-нибудь шоколадку, бутербродов, то есть чтобы не совсем ноль. Иметь при себе какой-нибудь яркий элемент одежды. У нас люди массово ходят в камуфляже. Это ужасно, потому что человека в камуфляже, который не движется, не видно с 5 метров совсем. Поэтому, если даже используется камуфляж, он дешевый, практичный, то обязательно добавлять какой-то яркий элемент. Жилетка стоит, по-моему, 100 рублей на заправке и решает эту проблему полностью. Кроме того, желательно представлять себе и соразмерять ваши возможности и способности, потому что основная проблема возникает, когда человек год за годом ходит в грибы по ягоды, здоровье его не укрепляется, и рано или поздно человек, привычное место для него внезапно становится опасным. Поэтому вот соразмерять свои, так сказать, желания и возможности. Ну, если уже дошло до того, что вы... Да, еще нужно взять с собой заряженный телефон. Лучше два. Безусловно, лучше проверить, два. Конечно. И заряженный – это ключевое слово. То есть не просто телефон, а заряженный телефон, потому что это проблема очень часто. И после того, как вы увидели, что вы заблудились, если вы находитесь в зоне мобильной связи, позвонить своему доверенному лицу, родственнику, знакомому и сказать, я заблудился, обращайся, все организуй, я сижу в лесу, берегу электричество. Сесть на минимально удобное сухое место и ждать. Если вы на связи. Если вы не на связи, но уверены, что вас будут искать. То же самое. Выйти на
более или менее сухое место, если у вас есть спички, там развести костерок, только в условиях пожара, только с соблюдением правил пожарной безопасности, чтобы не устроить лесной пожар, и ждать. Если вы не уверены, что вас ищут, то это, конечно, другая история. Тогда вам нужно постараться спокойно сесть, все обдумать и подумать, как вы можете выйти. Если вы совсем не знаете, куда идти, то опять-таки лучше подождать. То есть самое страшное – это паника. Паника, когда ты понимаешь, что ты заблудился в лесу, например. Есть две проблемы. Одна – это паника, она ведет к истощению сил, но человек в состоянии паники обычно в ограниченном районе блуждает. А другая ситуация, когда человек принимает решение и куда-то идет. И вот тут главное не пересекать дорог, рек, лэп и других линейных ориентиров, потому что при планировании поисков мы предполагаем, что, выйдя на дорогу, человек на ней останется. В случае, если человек в состоянии такого вот приподнятого, да, там, паники, испуга, суеты, выскочил на дорогу, да, хоть сколько-то заметно, и перешел ее, он резко снижает шансы на то, что его радуют в разумные сроки. Я выйдя на дорогу, не надо с нее уходить. Даже если это тропинка, небольшая дорога, просека. Это одно из самых главных условий. Да, можно двигаться по ней, и это будет хорошо. И перемещаться на более крупной, более явной дороге. Но обратно с дороги в лес уходить не надо. Но вы когда говорили, Александр, вы в большей степени все-таки сделали упор в начале вашего ответа на пожилом человеке, у которого могут быть проблемы со здоровьем. Дмитрий, скажите, а теряются дети, вот, которые выезжают на дачу? Потому что когда я преамбулу делал в нашей программе, я сказал и о детях. Есть такие случаи? Дети в основном это бегунки. Очень часто повторные наши бегунки, которые постоянно уходят. Летний период городские детские дома и школы-интернаты вывозят своих детей в детские лагеря, и, соответственно, оттуда они благополучно у нас уходят. Но понятно, что в лес они не пойдут, скорее всего, они вернутся в город. Редко действительно были случаи, что дети терялись, на велосипедах уезжали в лес и в результате как заблудились. Но в настоящее время в розыске у нас таких детей нет. То есть это крайне редкое явление? Это редкое явление. Ну, естественно, это все ставится на контроль и привлекаются максимум сил и средств для розыска. Еще один вопрос. В 92-м году было создано бюро регистрации несчастных случаев. Что это за бюро, каковы его функции? В данное подразделение ГУ МВД стекается вся информация о доставленных скорой помощью, неизвестных больных, ну и, собственно, скончавшихся в больницах, данные которых неизвестны, то есть не установлены, либо установлены со слов. Но здесь нужно учесть следующий момент. Если в медицинское учреждение обращается человек, ну, с паспортом, там, с какими-то документами, личность которого установлена, и при обращении установлено, что нет никаких криминальных признаков получения травмы, медицинское учреждение данную информацию в БРНС не направляет. Соответственно, здесь родственникам нужно обращаться самостоятельно в приемные покои, да, в приемные больницы, ну, и медицинских учреждений. Собственно, телефоны, они есть в желтых страницах и в сети интернет. Но мы говорим все-таки о бюро регистрации несчастных случаев. Получается, это база данных, это информационный центр. Назовите телефон, по которому человек может позвонить. Значит, любой человек круглосуточно может обратиться в БРНС по телефону 579-00-55. А если человек позвонил вам, вернее, хочет позвонить вам, по какому телефону ему к вам обращаться? Это мобильный телефон. Мегафоновский 8-921-933-2436. Я так понимаю, что есть, ведется статистика потерявшихся людей, она ежегодная. Скажите, насколько она уменьшилась, больше стала? В этом году очень резко все началось, то есть очень много сразу случаев вот за последние там две недели, то, что несколько не характерно. Говорить о среднем пока трудно, но вообще такого, чтобы прям какой-то лавинообразный рост происходил, такого нет. Скорее, все-таки потихоньку граждане становятся больше, обращаются, меньше ждут трое суток, раньше обращаются, но это просто инерция уже как бы была. И в этом смысле мы больше получаем такую информацию. Но обращений довольно много. Но все-таки тенденция к увеличению идет. В этом году, ну, скорее, к перераспределению. Лето-то еще не кончилось. Это все от погоды зависит. Понимаете, люди, когда собирают грибы и ягоды, все зависит от погоды. Когда эти самые грибы и ягоды начинаются, когда заканчиваются, и хорошая погода или плохая. Чем больше грибов и ягод, чем лучше погода, тем больше случаев. В этом году лето теплое, довольно резко началось, много народу в лес ходит. А что может сказать полиция? У полиции цифры примерно одинаковые каждый год. Вот, допустим, за июнь месяц было объявлено в розыск, объявлено в розыск 27 человек, а нашлось 25 из них. Поэтому цифра, я бы не сказал, что слишком большая, она примерно каждый год вот такая. Вот. Но здесь нужно учесть, что это люди, которые объявлены в розыск, а в рамках материала, естественно, нашлось больше. Спасибо вам за участие в нашей беседе. Для того, чтобы не потеряться, нужно прежде всего предусмотрительность.
Нужно, безусловно, брать, как сказал уже Александр, заряженный телефон, нужно быть на связи, нужно знать и информировать своих родственников, в какой район, в конкретно какое место вы поедете, и тогда меньше будет возможностей для того, чтобы произошла трагедия. Всего самого доброго и до новых встреч в программе «Область наших интересов». До свидания.